Так он узнает у меня, как распускать собак. Я покажу ему Кузькину мать. Елдырин узнает, чья это собака, и составляет протокол. А собаку истребить надо немедля. Она может быть бешеная. Точно. Чья это собака, спрашиваю? Это, кажись, генерала Жигалова. Генерала Жигалова? Ужас, как жарко. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто. Должно быть, перед дождем. Так, одного я не могу понять. Как она могла тебя укусить? Нечто она могла достать до пальца? Она маленькая. А ты ведь вон какой здоровила. Небось, пришла в твою голову идея. Сам расковырял палец гвоздиком и решил сорвать. Знаю вас, известный народ. Знаю я вас, чертей. Он, ваше благородие, цыгарка ей в харю для смеха. Она не будь дура и тяпни. Вздорный человек, ваше благородие. Врешь, кривой! Нет, так и не говори!